Инспекторы технадзора ГИБДД проверяли водителей, управляющих грузовиками, автобусами, а также такси. Особое внимание было уделено техническому состоянию транспорта и наличию разрешительной документации. Всего за время проведения операции в Сочи было выявлено 114 водителей, управляющих технически неисправными машинами. 14 водителей выехали в рейс без путевок, 24 автомобиля были эвакуированы на спецстоянку.